Это история о детях, оставшихся в интернате во время Великой Отечественной дожидаться своих родителей. Спектакль «Город влюбленных» юные актеры представили на конкурс «Театральная весна», который проходит в рамках окружного фестиваля «Ступени». Ребята выступают здесь впервые, но почти не волнуются. Что такое театр, отлично знают. Для меня важно вообще рассказать детям, что такое театр, как он изнутри работает, что это тоже большая работа, да, что не просто я пришел там, ой, я сейчас буду ромашкой, да, нет, чтобы даже быть ромашкой, для этого нужно очень много трудиться, для этого нужно прорабатывать, работать с ролью. Именно для этого уже более 20 лет и проходит конкурс. Здесь важна не победа, главное – показать свои навыки, подкрепить театральное мастерство. Всегда еще для ребенка, который занимается в школе, в какой-то студии, важна другая сцена. Другая сцена – это другие переживания, другие новые эмоции. Вот сегодня у них другая сцена, на которой у них будет какой-то новый опыт. Сегодня на сцене лучшие из лучших. Эти коллективы уже отобрали онлайн из 19 участников. Каждый из них по-своему уникален. Выделяется костюмами, театральной игрой, необычным репертуаром. Ребята театральной студии «Из малых везем» сами себе выбрали психологическую пьесу. Они в этот раз сами выбирали пьесу. Пьеса о взаимоотношениях родителей и детей. Оказалось, что для детей это гораздо важнее, чем многие наши сказки. Выбрать лучших среди таких постановок будет непросто, говорят члены жюри. Но уверены, для каждого из участников это будет яркий, запоминающийся праздник. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».